О, это мне? Ладно, без вызова. Лови отвальную, фрай. Я просил админа, типа, давай ритуал там устрой, давай там ПРП меня вызови, он такой, мне лень. Я не хочу. Мужики, перекусываю, поэтому пока не буду читать диалоги, чтобы не подавиться случайно. Нет, у меня это не демон уныния, это у меня демон резни. Это жесткий. Это жесткий демон, жесткий. А кто у нас тут нагадил? Он. Женщина, кстати, Мария Келли, женщина на вид 30-35 лет, средний высокого роста, подтянутого стройного телосложения, на лице вечно усталая безэмоциональность. Так. А находишься тут... Миловидность теперь граничит с многочисленными шрамами из глазниц. На вас смотрят клинические импланты красного цвета. Блять, киборг. Извините за опоздание. Садитесь. Знаем эту бедственность. Да, она вечно хихикает там. Уху-ху, ахаха. Ой, блин. Вульпа 35. Здорово, Муни, хорошего стрима, приятного аппетита, вовремя зашел, что начал раунд, взять, привет. Да, мы уже целый раунд отыграли. Обычный. Че они там, блядь, базарят? Собаки столько не живут. На самом деле, вот типа, вот всем защитникам вульп, даже на ЦК, вы помните, когда я играл на капитане, приходит уведомление, типа, ну, какое-то существо развилось по уровню интеллекта до уровня, типа, вульпканина. То есть, по сути, и даже вы можете зайти на Вики, вы можете зайти на нашу Вики, да, там SS220, и вы увидите список рас, и вы заметите, что человек стоит первый, а вульпканин стоит последний. То есть, знаете, как вот пишут состав какого-то продукта, когда, типа, ну, что-то доминирует в составе, там оно указывается первым. А самое, типа, немощное указывается в последнем. Также на Вики. То есть, ну, это загадки масонов, это загадки разрабов, поэтому... Так что вы делайте выводы сами. Я никому не навязываю свою точку зрения, просто говорю, что делайте выводы сами, друзья. А вульпы разве по лору не рабы? Нет, они здесь по лору, короче, мне сказали, что, мол, здесь, на Парадайзе, в этом лоре, вульпы себя что-то нормально представляют. Вот, они не тупые, хотя они тупые. Поэтому да. Если бы еще дрели тупых и сильных вульф, а то, что они ходят и делают, лор поломан. Факт. Они не совсем умные, они собаки, типа, ну... Они как бы могут там уборщиком работать. Там ходить, еще что-то на кого-то гавкать. На Сиере вроде вульф, их там вообще вроде нет на Сиере. Так, ладно, мужики, нам нужно искать жертву. Нам нужно искать жертву и питаться. Или ГСБ. Вообще, хороший план шахтера захуярить какого-то. Давайте посмотрим, что у нас по... А, у меня нету. У меня нету этих. Меня Скорпик криво заспаунил, видимо. Я тебя прошу. Опа, в техе. Если видели в начале списка вульп в конце, тогда это я в ней вульп, да, получается. Каджиты, пацаны, на втором месте там.
Надо, чтобы меня призвали ритуалом. Мне нужно, мне нужен призывной. Я сыграю так, как я уже привык играть. Ocean. Весь мед здесь. Залег в кроватку. СБшники здесь. Монь, кастомная цель, ты демон ксенофоб. Я хочу, чтобы меня призвали. Я не хочу появляться просто на крови. Было бы здорово, если бы меня призвали. Так. Брик защищен. Опять цветы наводишь вместо тупой резни? Ну, конечно. Понимаете, ну, какой смысл сейчас спауниться для того, чтобы устроить тупую резню? Какой смысл играть людям? Типа, вот, стример защит спаунился, люди такие, бля, типа, и нахуй можно ливать? Если он тупо вырезает всю станцию. Можно же что-то интересное отыграть. Это же в плане контента хорошо. Попроси-ка призвать клоуна. Тоже об этом подумал. Сказать ему, типа, я Хонка Мама, блять, вызови меня. Будем сейчас суету наводить. Все, вспышка кончилась. Пока что я прям не нашел очевидной цели. Тарас слепой. Да не, надо кого-то пробовать другого, ребята. Эллен уже проверенный человек. Он уже получит, я... Когда все, у всех кулдауны будут, Эллен получит доступ. Вообще без шансов. Продолжительный. Норман Джейден. Артур Неве. Максим. Дмитрий. А мне можно? Пока сложно сказать, пацаны. Я вот сужу только по тем, кто хорошо играет. Вот Мария Келли, да, она там умеет что-то. РП. Эллен уже доказала. Доказал, точнее, свое доминирующее положение. О, Никола Кухенцовец, что плейн, блядь. Даже если вы его не видите, он всегда рядом. Несмотря на одиноку, ваш капеллан рядом. Ангельский. Сын мой. Неси службу. Споткнулся, блядь. Неси службу в мою славу. Надо имя себе демонское придумать. И вознагражден будешь ты. Космо Иисус, это ты? Да, сынок. Это я. Космо Иисус. Да, да, сын мой, это я. Упал на колени, не сжимая Библию. Одна награда служит тебе. Да, сынок, это так. Спрячь эту книгу. Спрячь ее. Спрячь. Вообще сожги ее. А зачем? Зачем? Ее же придумали люди. А она горит? Принеси лучше. Конечно они. Ну да. Да. Сынок. Кодекс Гигакса. Открой его. Пути Космо Иисуса неисповедимы.
Он космирует книгу. Да нет, это грязно, когда чела, типа, ты говоришь, пёрни ему на Библию. Это грязно, мужики. О, это будет тяжело, я уже хотел за эту библиотеку, КП не дал допуск. КП изменник. Ты прав. Но сначала... Сильно ли ты веруешь в меня, сынок? Если шины истина, это книга людская. Сейчас, подождите, я сейчас кое-что придумал. Мои дела говорят красноречивее моих слов. Господи Иисус. Я наделю тебя силой. Хочешь? Сейчас, мужики, сейчас будет кек, просто кек 2015, блядь. Сила в моем духе и вере. Слышал о том, что Иисус мог дышать в открытом космосе. Ходить по воде. Ходить по огню. Я хочу, чтобы ты совершил паломничество, как его совершал я. А я могу в космос вылетать? Да. Конечно, это глава 5, стих 7. Я и вышел он наружу, и было то хорошо. Пули Борксел, не знаю. И было то хорошо, блять. Спасибо ей. А, это, наверное, он подослал. Жди, сынок. Жди, сын мой. Я дам тебе задание. Так, сейчас, я хочу кое-что найти в космосе. Блять, короче, я ему сейчас, знаете, какое задание дам? Я ему скажу, сядь в этот, залазь в гроб, космируй себя и лети до тех пор, пока не найдешь землю. Надо избавиться от священника, ребята. Это наша самая главная угроза. Вот что я хотел, какой мем я хотел. Да его могут спасти, типа, он же прилетит рано или поздно обратно на станцию, понимаете? Он же вернется, блять. Я знаю, что он вернется. Я ж с этим намеком и говорил. В общем, сынок, дело такое. Поговорил я с отцом нашим. Говорит, задание тебе такое. Сядешь ты в гроб и космируешься. Будешь лететь до тех пор, пока не нащупаешь... Землю ты. Там ты вознесешь молитву, и явится Господь тебе. И скажет он тебе, и одарит он тебя силой могущественной. Такой, какой не видано было ранее. И станешь ты ему вторым сыном. И вернешься после ты на станцию.
дабы нести песнь света. Смотри, что сказал ГП. Психиатр к стойке ГП, блять. Как? Слышал ли ты меня? Песнь света? Да. Это я могу. Сядешь ты в гроб, космируешься, будешь лететь до тех пор, пока не нащупаешь землю. Там вознесешь молитву, явится Господь к тебе. Я дарю на тебя силу могущественную, такой, какой не видно было ранее. Станешь ты ему вторым сыном, и вернешься после ты на станцию, дабы нести песнь света. Так. Инженера. Космируйся. Космируйся, сынок. Как и было ранее сказано. Господь выбрал тебя. Орк. Андрюха, да-да. Друг. Не знаю, такие роли я прям вообще обожаю. Такой вот, блядь, кому-то в голову залазить, прям очень клёво. Как вариант, пусть помогает отправлять грешников на суд. Правда, демоны всех в итоге успокаивают, но это детали. Ворк, можешь мне поток проводов принести? Почаще бы такое. Да... Ну, почаще-то не почаще. Просто вот так вот. Надо провода принять. Принято. Чем они там пиздят? Я... Демон, кстати, не слышит шепота, в отличие от ревенанта. Вот единственный момент. У меня меньше нету. Да, да, круто, когда челы тоже РП, что они просто говорят, типа, ой, все, ты выдумка, я не слушаю, ля-ля, скажется. Вот. Короче, я хочу священнику сделать, ну, чтобы он в Рике, типа, сел, ну, в Рике, в полном боекомплекте, космировался и летел в космосе. Он потом все равно прилетит рано или поздно. Обратно, типа, его должно прибить к станции. Вот. Может быть, кто-то спохватится, отправит там экспедицию на его, на его поиски. Священная миссия, блядь. О, боже. Сегодня курил кальянчик, пацаны. Табачок Сарма с прекрасным вкусом ромашковое варенье. Добавил туда еще суперновый от Дарксайда. Это супер лед. Бля, такой он вкусный был, конечно. Но я его не смог докурить, просто потому что я очень хотел спать. Так что, если кто-то курит калик, советую попробовать. Прикольный вкус. Знаете, он такой не сильно химозный, более к натуральному. И прям хорошо очень курится. Нет, да то, в чем мать родила, он умрет. Иди в церковь. А, Сатаныч, здорово, кстати. Ты что, ты уже играешь? Освоился? Есть. Я пошел, брат, есть ты лучший. Иисус, да. Мне дадут Рик. Ебать. Так как я и хочу, блять. Он за Ригом ходил к инженерам. Да я так и не зашел, мне вот сейчас хотел. Так заходи, время есть еще. Алчность грех лучший грех. Дора Мунхоуп. Мунхоуп.
Я придумал новую фамилию. Ну, у нее фамилия Мунхоуп. Мунихоп. Да, Кухенсон тоже остается, типа, 100 по 100. Чел всегда хорошо РПшит. Вообще к нему никаких проблем нет, никогда не было. Еще катка будет или это финал? Когда будет, будет, наверное, что-то еще. Возможно, школа Гинокрада будет. Тюрячки в Кенши. А Кенши что за игра? Я так в нее не поиграл. Видел, Миша играет, типа Тереха играет. Ну так и я до него не добрался. Мне еще Цусиму надо пройти, но у меня режим типа сломанный. И сейчас я болею SS-13, поэтому... Не знаю, что пока делать. Песочка, понял. С собой возьми еду и воду. И, конечно же, молитву. Понял. Игра боль, как Рубина сказал, что пару дней тебя пиздят, а потом всем голову сюда разбиваешь. Бухло? Алкоголь. Буду приучать к вере, блять. Можешь продать себя в рабство из-за того, что у тебя нет денег даже на еду. Ебать. Звучит круто. На самом деле, я чувствую, что прокачал перс самых низких. Не забываем, очень советую. Он там конкретно в экспедицию собирается, блять. И все своими силами, пацаны. Не нужно ему там разрешение, блять. Пошел по техам, прошелся. Нашел все, что нужно. Может построить свой лагерь и торговать наркотиками. Что он хочет? Интересно, что он хочет взять? Надо избавиться от священника и может суету наводить. Начинать. Так. Если есть свои лагеря, игра на экстенсе еще стратежкой. Понял. Шик. Набор инструментов готов. А от уборщика, вот и уборщика еще надо. Господь, вопрос. Можно я сменю наряд священника? Да, конечно. Ну или банч наркоты, как бешеный бег, это сюда покупаешь на болоте, поступишь, отправишь на другом конце карты с наценкой в 1500 кап. О, нихуя себе. В СЦП, кстати, давно не играли. Интересно, там сервер кота вообще живой еще? Эх, как старые добрые. Заморожен. Мне офнул. Умер. Так а чё, СЦП типа просто вышло из чата, так сказать. Жаль, у меня датчиков нет, но ведь меня ведет вера. Да, сын мой. Так, еда. Вера Павловна, блядь. Эх. Полотенчик, спасибо огромное за ресурс, дружище. Спасибо тебе.
большое. Эллен. Опа, Эллен. Никола. Я скоро иду в работу. Я вас не узнала. Не, Марина, не хочу, ребята. Но я должен кое-что сделать. Меня к вам ГП отправил. Говорят. Вы слышите голоса? Кех, это я его пугал. Эллен. Я много думал. Выходи за меня, блядь. Как это называется в СК-3, когда ты отказываешься от... когда я вернусь с миссии? Как это называется, когда ты отказываешься от брака, от детей? В СК-3 еще можно такое принять в католичестве. Как это называется, пацаны? Блядь, как же это называется? Обет, обет чего? Типа, что ты не имеешь жены, детей. Не монашество. Целибат, да. Настоящий святой всегда... принимает целибат. Нас ведут. Сейчас. Нас ведут только руки, сынок. Только руки. А, давай так. Ты вернешься, ты это подумай, мы обсудим, ага. Я, наверное, просто подумал лишнего. Слушай, Никола. То есть никаких голосов ты не слышишь. Ты избранник. Ну, не говори о Боге. Я, скажем так, избранник. Отобрал девочку священника ради себя, инфосотка. СЕ минут 5, брат. Аванс. Ладно, блядь, если я за бутылку водки, блядь, продал Рик или что? За деньги и бутылку водки. Ёбаный сыр. Вон еще уборщика надо, блядь. Надо уборщику сказать, ритуал сделать. Реально. Сказать, чел, ты избранный. Призови меня и получишь силу, которая не снилась твоему отцу. Так, пошли в карго на секунду. Мим. Мим всегда согласится на всякий движ. Ну похуй чё. У меня теория. Жми на кнопку. Он не может, кажется. Или может, а может. Ага. Блять. Там гроб. Так. Надо, чтобы инженеры подтолкнули. Мим. Я его достану.
Ух, ебать! Он его чуть не зажал, блять. Ебать, если бы он в створке зажал, это пизда бы была. Так, гроб готов. Блять, гроб космировался и ударил его, блять. Так, мим. Постой, я скажу, а ты нажми. Помолись. Я всегда был лучше вас, я избранный, ахаха, блядь. Эй. Ебать. Прощайте, вам меня не достать. О боже, блядь. У меня слезы, пацаны, я просто плачу нахуй. Опа, блядь, он к станции прилетел. И обратно. Ему не в ту сторону надо было. Эй, пишет эй. Он ему надо ниже куда-то. Куда он прилетел? На станцию прилетел обратно. Круг, круг обошел. Лол, космос круглый. Ну это, блядь, игра же. Эй, что? Опа. Опа, опа, опа. Блядь, он еду проебал. Библию бросил ты. А как он вернется, блядь, на станцию? Интересно, что там детектив думает? Там уже мимо, наверное, блядь, арестовали. Ну что, мужики, идем? Он недалеко улетел. Блядь, там впереди есть что-нибудь? Я сейчас чекну. Опа. Бля, а что, нихуя нету? Серьезно, инсайд, спасибо огромное за рейд. Здорово, мужики, всем. Ебать, меня в отделе нарики. Ладно, ищи землю, друг. Ищи землю, друг. Меня, кстати, скоро дропнуть должно, Ростелеком, как бы, не забываем. Вот поэтому я могу вылететь. А если я вылечу с демона, типа, то что это значит? То мне надо будет переспауниваться? Так, мне нужен уборщик. О! Ты избранник. Слушай мой голос. Нет, зайдешь нормально. Так что скоро будет дроп. Но я вернусь сразу. Иди в свой кабинет. Да. Странная сигаретка, блядь, точно. Это не сигарета. Вам меня не достать?
И ты можешь пойти на пословно на станции. Полигон 10. Ты поехал головой. Вам не достать ваш яросущий обман. Уборщик. Я велю идти к тебе и в свой кабинет. Чел, ты... Кто говорит, блядь? Землю нашел? Земля? Он летел просто наверх. Он просто летел наверх. Капеллан, где вы, блядь? А я его хуй найду, пацаны. Господи, Господь, помоги, блядь. Капеллан, включите датчики. А где он? Я не умею в координаты. Блядь, но он летел наверх, типа. Вот я выходил отсюда. Налево, что ли, ушел? Опять на станцию я прилетел. Он ли выше? Где-то тут что-то должно быть. Нет, смотрите, я возвращаюсь сегодня на станцию. Какую землю он нашел, блять? Ищи Библию и наверх. Так, он коснулся, кажется, сейчас. Вот здесь он коснулся. Библия здесь. Наверх. Здесь ботинки он сбросил. М-м. Он ушел налево или направо? Надо было, блядь, за ним лететь. Да, я перешел заново. Сейчас я опять Библию увидеть должен. Вот. Вот он тут бросил то ли направо. Нет, сука, тут опять станция, блядь. Не, внизу тоже нету. Ладно, забейте, короче, надо свитый... Пот летит. Security пот. Его подпилот ищет. Полигон 10. О, блядь, вот они, вот они, вот они. Вот они, вот они, вот они. Нифига себе. Блядь. После первых двух сигарет. Вроде ничего. И срочно, срочно беги к себе. Беги, беги, беги. Вот опять. Я слышу. Что вы слышите? Что-то. Ты должен совершить ритуал силы. Должен призвать меня. Мне страшно. Не поддавайся страху, и награжден будешь ты великой силой тьмы, крови. Я веду вас в транс. Блять, и крови нигде нету. Должно помочь. Это никогда тебе не поможет.
Пока ты... Пока ты не выполнишь свою цель. Дай мне поговорить с ней. Ревенант? Оно продолжает. Я не буду ей отвечать. Оно продолжает. Скажи ей, пусть прекратит. Я приказываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, а у нас нарушают правила в чате, блять. А модераторы спят, да? Модераторы спят, да? Так, не слушайте, оно говорит прекратить. Ударь ее. Набей ей. Набей ее лицо. У тебя есть только путь силы. А, она вампир, блядь, нихуя себе. Ты пьешь его кровь? Существо. Безбожно сосет. Вздыхает, блядь. Ага. Отдай мне его тело. Ага, все. Он умер? Он мертв? Может быть. Нет. Ладно, в пизду. Вы уверены, что ваш бог ответит вам в рацию? Блин. Господь. Я надеюсь. Итак, жалкое существо, я предлагаю тебе сделку. Ты забираешь его кровь, я забираю его тело и душу. Да мне нужно от уборщика избавиться, ребята. Окей. Вызови меня. Нужна капля крови. Следи за выходом, блядь. Христа ради, умоляю, помоги рабу Божьему Николе. Напиши ебать, админам что? Животворящим. Тут Ревенант, блядь. Пусть Божьей помощью он найдет дорогу домой. Уйди. Сколько вас? Был же договор. Это не я. Я отправил ребенок сообщение. Уйди. Это другая шиза, блядь. Я высасываю его. За выходом я смотрю. Я уничтожу Ревенанта. Так только появится. Каплю крови на пол. Блять, Ревенант еще заспаунился. Психолог.
Что вы там делаете с уборщиком? Он задыхается. Тут ревенант. Пусти. Пусти его. Ему очень плохо. Вытаскивай. Вытаскивай его нахуй отсюда. Крови нет. Вот сука. Они все знают. Беги. Да в потехам пусть прячется, блядь, и все. Они обвинят. И я обнаружил, что во время сеанса психолога уборщик получил критическое ранение и потерял сцену во время сеанса. Так, ну я живой, пацаны. Ревенант существо. Фиолетовое. А вот и он, блядь. Блядь. Я убью тебя, жалкий дух. Как вампир был в церкви и не загорелся? Возможно, что до этого не сосал. Ай, блядь. Блядь, дайте крови чуть-чуть, прошу. Или в теха кого-то выловить. Падре в мед. Что мне сделать, блядь? Так он на земле там остался какой-то. Он не вернулся же. У него теперь дипмиссия будет. Включите датчики костюма. Так, вот сейчас, сейчас еще таблеточку дам. Просил админа фахап, когда он прилетел, интересно же. Да потом он в чат зайдет, спросим, так, я думаю. Сука, ну и хуя ревенант дал, блять. Хороший стан. О, опять СМО спецназ, блять, включил. Палочкой. Привет, Муни, у меня время 8:40, я на парах. Спасибо за стрим. Блин, дружище, пожалуйста. Хорошего дня тебе. Спасибо, док. Пошли в РНД сходим. У повара, да. Не понял, блять. Он живой вообще? Да. Это статуя? Видимо, так. Ебать, что? Конкуренты, блядь. Ну это же статуя, нет? Да-да, статуя.
А все, только через кухоньку, блядь. Что, Борг нахуй пришел? А нахуя здесь Борг? И че? Борг, может, съебешься? Да, съебался. А чё надо? Охуеть. Послужи. И я позволю тебе жить. Я даже не понял, блядь. Послужи мне. У меня галюны? Послужи мне, смертный. Не, резню не надо. Пускай думает, что ревенант на станции. Кто говорит, блядь? Иди в техи. Иди в техи. Статуя. Значит, не галюны, блядь. И открой. Ой, спасибо, дружище. А почему его не сожрал? Оставь, сука. А он вампир, походу, у него стан-батон, блядь. А, он вампир! СБ надменом какая-то хуйня ломает. Он вампир, блядь. Я думаю, что он со стамбатоном ебал. Сожрал. Молчи, я помогу. Молчи, блядь, я не тому говорю, Тайхен. Молчи. Я помогу. Я помогу. Потом поговорим. Так, уборщика все, блядь, уборщика нету. Мимо сказал, молчи, блядь, да я видел, что я мискликнул. Мим, нажми на кнопку в моем отделе, блядь. Там батюшка вернулся. Тоже вампир, походу. Если ты существо-вампир, покричи. Заори, закричи, если ты вампир. Да. И спалился на стрим-снайпе? А что он сделал? Он там ревенанта, блядь, ебали, а не меня. Чиф тоже. Твой друг. Шеф. Он такой же жалкий, как и ты. Вам двоим нужна кровь. Мне срать на всех.
Понял. Так. И приказал убрать всю кровь. Так он, наверное, ради уборки. Помогите. А где он приказал? И открой. Где он? Что он сделал? Бендер Родригес, спасибо тебе огромное, дружище, за ресап. 2 месяца. Благодарю тебя. Здорово, старик. Давно тебя не видел на стримах. Уборка кухни. И решил, что он уборщик. Так, кухня, блядь. Так тут крови как было, так осталось. Да хуя. При всем при том. До атаки минут 8 назад. Тео, братка, сообщение большое. Запрос уборщику немедленно убрать всю кровь в холодильнике и на кухне. Запрос от СБ. Резня в хирургии? Не, нормально. Уборщика-то мы и захуярили, вот осталась там кровь. Да-да. Уборщика больше нету. Генработявочек старсту Глов Фейсли. Что? Яра. Яра. Так, чё. Priority announcement. А, вот. Внимание, экипаж. И только что заметил на кухне существо, очень смахивающее на демона. Это была статуя, блять. Это была статуя, лол. Короче, я сейчас скажу Чифу, что иди, блядь, скажи капитану насчет его анонса, ебаный в рот. Что это был, блядь, это ебаная статуя, а не демон. Так, да что за бред? Где шеф? А чё святой отец? Он вернулся вроде как. Ё-моё. Котик Нарик, спасибо тебе огромное за подписку на 3 месяца вперед. Благодарю тебя, дружище. Я знаю, что я из масла тоже могу влезать. Я в курсе. А святого отца повязали? От слов ГСБ угроза демона не подтвердилась. Слава богу. Ух, блять. Это была статуя. Как вы попали на базу синдиката и зачем? Он до базы синдиката долетел, блядь. Пути Господни неисповедимы. И позвольте. Откуда у вас карта агента с броней? Такое, что было, только оповещение пришло. Да ты подписался на 3 месяца вперед на меня. Я обезвредил его. Зависит от воли. Насколько в среднем? Но он отвечает, как захочет, и вряд ли. Там 3 минуты, 5 минут. А что? Да я понял, по игре ты на ком? Я на демоне резни, а ритуалы всякие. Напомни ему о себе. Я слышу тебя, сынок. Слышу. Тебе в КПЗ надо. Вы знаете, как меня... Мисс Келли, вы знаете, как меня занять? И подмигнул ей, блядь. Ну шо, пацаны, ЕРП приподнимает бровь. Короче, этого нашего Космо Иисуса Каргонец сдал своих. Духи в Карго, Рева в Карго. Камера на 4 минуты, но я готов служить. Так, ладно, офицеры, проведите кто-нибудь по карте в обиске, а то что он стоит. Кто там пиздец? Где шеф?
У него был стан-баттон, он, блядь, еще ёбнул по уборщику, нахуй. Там было настолько все, блядь, прекрасно. Так. Я вернулся, жалкое существо. Вы плохая тетя? Нет. Я знаю, что я могу из масла вылазить, ребята. Я знаю. Колбастер. Есть... бля. Помните, в игре Fable, старая такая игра, там всякие никнеймы можно было. Там был никнейм Курощуп, Колбасоед там, или Сыробас. Я не помню, как там. Курощуп, я помню, стартовый нек был. Какие там еще были прикольные? Колбасун. Колбасун, да. И там еще люди такие типа говорили, Курощуп. Местоположение всей Петруха Карга. Принты сообщения как Мидбей. Петрух на датчиках и вывел как зараженный. Ага. Будет тебе мартышка. Я тоже своего рода мартышка. Кур, что ли, щупаешь? Да-да. Оно-оно. Давай уговор. Я тебе ставлю укольчик. Я вам уже поставил. А ты получаешь макак. Он тоже вампир, что ли, блядь? Ну ты. Голова, не знаю, что это. Я у вас на полу валялась в меди. Ну, я взял. Для фокусов. Не делай так. А мне нравится этот клоун, блядь. Блядь, заебал этот... Ревенант. А, сука. Исчезни. Пепа, не слушай маму, слушай папу, блядь. Это выдумка. Слушай папу. Ты моя мама? Нет, я твой отец. Папа? А-а-а, блядь, с ума сходит. Я схожу с ума, блядь. Ему и ревенант пиздит голову, и я пизжу в голову, блядь. Машина с музыкой, папа и мама, блядь. Где чиф? Где шеф-повар, блядь? Эпкросс. Бурген Мидлер. О, потайная комнатка есть, кстати, в Карго. Очень удобная для всяких антагов. Тем же вампирам сделать сюда проход, просто заносить сюда жертву, сосать ее в квадратике, там все. Уточните, что уточнить. Так, Мария Келли здесь, это нас тоже не интересует. Меня интересует, где наш шеф. Повар, блять. О, а вот и ты. А вот и ты. Ты меня... Никак. Ты не сказал обо мне. Я обещал помочь. Чтобы я появлялся, мне нужна кровь. Так это не статуя говорит? Нет. Пусти каплю крови.
Я появлюсь. Не, не такой. Своей. Ну все, путешествие небольшое. А вот. Муня, будет ли проводиться ещё этот ивент с коммунистами? А вот не знаю, мне дружище. Лично очень зашло. Фига. Вам чуть-чуть не хватило организации. Ты вампир? Если подготовиться чуть заранее, ты высший? Коммунизм восторжествует. Да. Я слава СССП. Демон. Спасибо тебе огромное, дружище, за 15. Но может быть как-нибудь еще сыграем. Походу этот красный на всю смену. Демон. Мыкает. Ты жалкий. Блять, а как вампиры? От кого они происходят вообще? От драфа Дракулы, блять? Ешь тела, значит, мне нужна кровь. А мне нужны души. Я знаю, что ты жалкий отпрыск. Вампир. Мне жаль вас. Вот в Скайриме от кого они там происходили, помните? Пока жалкий. Даже когда вы возноситесь, всегда помните, кем вы были. От Молога Бала они, да, там произошли, точно. А на Вики я не помню, что написано. Там не особо большой лор. Не забуду. Главное возвыситься. Эллен фон Шмидт. Она такая же жалкая, как и ты. Носферату. А на Вики это эксперимент синдиката. Не интересует. Готов сдать ее. Не стоит. Давай лучше заманим цель. Что ты дашь мне? Что ты дашь мне после того, как послужишь? Что ты дашь мне за этот попыт? Что ты дашь мне? Души и тела твои. Я хочу душу капеллана. Приемлемо. Ну что же. Ты знаешь, чтобы меня призвать, нужна кровь. Нет, не сейчас. Нет, не сейчас. Я буду летать за тобой. Так, мне там водички заказали. Поздравляю, Ренан был убит. Хох. Я тоже так хочу исчезать. Сперва кровь. Зеленый кот. Вознести вампира, блять, чтобы захавать тела. В принципе, нормально. В принципе, устраивает. А, он хочет кровь разнести по всем техам. Это хорошо.
Надеюсь, ты доволен. Отлично. Внимание экипажа, к вериаду ревенант был уничтожен силами СБ МВД. Уровень угрозы понижен до зеленого. Рекомендация не снижать уровень ваших датчиков на комбинезонах ниже третьего уровня. А разве не запрещено разными атаками кооперироваться? Просто спрашиваю. Нет. Если они выгоду друг из друга находят, то в чем проблема? Демонов интересны только души. И там, чтобы он насытился. Ну, свои цели выполнял. У меня нет цели, я просто буду ассистить вампиру. В плане том, что я буду забирать свое, он будет забирать свое. Ну вот, если вы идеологически разные, типа, ну, демон чё? Демон — это такое существо, которое, наоборот, любит какие-то сговоры, договорники. Это ж демон. Что вы демонов не знаете? Оп. Уехал в мясорубочку, блядь. Нет, демон не левелапается. Он всегда такой. И вот если, допустим... Ну, почему, а почему какао пантагов это, ну, там правилами же не запрещено такое? Вот, если вы разумный антаг, допустим, вы умеете, у вас есть разум, вы же можете там договориться с разумным существом. Это если вы ксеноморф, то тогда уже да. А еда где? Да, я вот не знаю, что насчет цели станции. У нас вампиры еще ни одного не поймали. Тут зеленый код дали. Опа. Ну что, сейчас кто-то появится где-то? Всем стоять на месте. Я хочу поговорить. Ля, он сам себя ударил. И то, королева ксеноморфов может говорить с экипажем. Желтый слайм есть? Ой. Борг забрал мою работу. Свистит. Офигеть. Квартирмейстер, мой заказ приедет. Выведи раунд тайм. Статус лагает. Час 30, но я не верю, что час 30. Там чутка поменьше, я думаю. Я думаю, там чутка поменьше. Да-да, металлические ящики без плоти, без зубов, без крови. Ржавые коробки. Хочешь его? Блять, зачем я ми пишу? Хочешь его поглотить? Этого парня. Да. Пиздец. Отведи его на кухню. Или в техе. Дора. Потому что Дора дура. Не-не-не-не-не-не-не. Бармена видели? Ух ты, Дора. Нет. А вот и священник, ебать. Бармен. Святой водки и быстрее. Святой. Освети мне кухню, блядь.
и Холодос. Скажи, что был ревенант. Все осквернил. Дух, кажется. Где? Знаю этих падал. Срут и срут. Да. Они срут и срут, срут и срут. Осветите. Кен. Сигаретки не будет? Я не... Тут же вон автомат с сигами. Хэ. Доля не падает 20. Я знаю, кто такой Хэ. Я знаю, кто это. Нет, я не знаю, кто это. 62 игрока онлайн, блядь, ночью. Вот это я понимаю. Level up. Высасываешь его. Высасываешь его. А я уже забираю тело. Эллен-то челика увела, блять. Ну пускай сосет. Я слаб против него, просто убей. У тебя дубинка есть? Удари его дубинкой. Да. И втехи дверь. И втехи дверь. Дверь мне открой. Ему не обязательно, чтобы чел был жив. А я не знаю, если слышишь приспособление за демон. Да вроде можно пожрать его. Вроде можно его пожрать. Да, и пусть датчики выключит. И датчики. И датчики ему отключи. У него два стана есть, типа. И рот заклей. Ему надо дать стан, заклеить ему рот, нахуй. Я уж там все сделаю. Ну да, это не совсем ПРП, блять, но я просто, чтобы его не задушили. Я ему сказал об этом. Уж его задушат. Ну типа, представьте, сейчас СБшники просто прибегут и скрутят его нахуй. Кто убил, блять? Кто убил? Я так понимаю, он хочет, чтобы ты его совсем съел. Там как священник опасен для него. Да-да. Мы устранили уже уборщика, блядь. Устранили, сейчас священника устраним. Вот. У нас Блоб прокнул. Ой, Блоб прокнул. У нас прокнул Ревенант в раунде. Что там у Эллен, глянь. Люди им довольны. Блядь. Да, у нее там базарга. Пускай. Куда он пошел? В ассистентскую? Да. Скоро заснет, блядь. Токсины у вас нормально, света нет. Ну, Борг, блядь. Так. Это все хорошо. Мне кофе хватит. Вот он, святой падре. Он ушел.
шеф палится тем, что у него хавчика нету, типа. Чем он занимается, если у него нет еды? Вот что он делает? У него нет еды. Постоянно причем. Это подозрительно. Подозрительно. Очень-очень. Заходи. Мне таскать трупы. Так. А вон и священник идет. Блять, он бачок святой воды принес, нахуй. Сейчас бы он вампира там не захуярил. В резиновых перчах. Сейчас все осветим нахуй. Что он делает? А, он ее на это, на мясо. Во имя Отца. А еда сегодня будет? Сына Святого Духа. Дальше что он делает? Он хочет, чтобы пиздануло, что ли? Что он делает? Минутку. Вам нормально? Освещаю. Ну, замани его туда, блядь. Давай. Замани его. Сам смотри. Одумайся. Ебать. Да какая еда? Я чуть не умер дважды. Туда бы уборщика. В меди 10 минут лежал. Тофу. Бля, ну тофу не жареный, он, блядь, невкусный. Тофу надо жареным хавать. Давай, заманивай его. Замани его в холодильник. О, а вот и лучше. Я готов освещать. Кольцо надень. От опасности. Ему нужно дать стан и замочить и втехи его. Тебе нужно уронить и затащить втехи. И все, дальше я уже все сделаю. Надел, да. А перчи зачем? Эх, молодежь. А датчики похуй. Всего сыкуете. Итак. Вот, все, втехи его.
Все, нету больше вашего священника. Ой-ой. Блять, яишко открывает двери. Через термалы вижу, сожрали. Что там происходит? Кто там круг? Как? Кто там Круглис? И испалил, блять. И холодильник. Он сожрал шефа. А, они думают, что это он съел. Скажи да. Скажи, что ты каннибал. Как я тебе человека съем? А вот и станбатон, ебать. Да пусть лучше тебя спалит. Да блять, они его святой водой поить не будут, потому что. Ужас кое детектива в холодильник. Так, ладно. Уебал меня. Фиксирую самодельный стан-батон в холодильнике. Я бы хотел вообще беспалевно остаться. Так. Я же говорил ему, надо в техи утаскивать. В техи. И типа, если бы он утащил его в техи, вообще ничего страшного бы не было. Попробуй детектива сожрать. Они там, блядь, толпой, наверное, будут. Вон тут, ебать, сколько СБшников. Тут еще части тел. Повара в розыск. Но может быть мартышки, не знаю. Эллен сидит сейчас чилит еще. Она сидит на чилах. А это норм, что у всех СБ термалы против Ревы. Но это ГСБ решает. Там трот надо забрать, у меня нет пакетов. Сколько их там допросные? Да их там тоже дохерища. Отец ебанулся. Начал меня бить. И его сожрали, блять. Его бог. О, кстати, хорош, гений. Чел гений. Бог, да, скажи, да. Скажи, что его сожрал бог. Ебать, гений, хорош, он хорошо придумал, охуенно. Больше через термалы не увидел. Да, он орал что-то про Иисуса. Яишко рекомендует найти святую воду. Рекомендуется добыча канистры с водой и запросить священника осветить ее. А мне похуй на святую воду. Мне вообще насрать на нее. Да он что-то орал про Иисуса. Пусть скажет, что сам просто священника себе в шкаф закинул. Это было у него. Пи-пи-пи-пи. А как выглядит лохун? Ну такое неосязаемое. Ебать, он там пиздит, сидит. Но неосязаемое, в чувство страха.
страха. Угу. Да он просто пропал, блядь. Отпустите меня. Он меня и так задрал, теперь вы. Если офицер видел, что был священник и пропал, то я при чем? А можно более подробное описание Бога? Я он напиздит им там что-нибудь. Капитан, у вас щит и ГСБ рядом, могу идти. Подозрение на Кинокрада, но уже точно на вампира. И жидко серит. Надо узнать, кто играет на ИИ. Сейчас я так узнаю. Я. Максим его уже выписывал из этого листа, но я не помню из-за чего. Точно помню, что выписывал. Так, я не помню из-за чего, правда. Я просто не помню из-за чего. Но точно я знаю, что он покидал этот лист. Твою мать, блядь. Над Библой куча крови. Я только что прибыл, блять. А вот и АВД, кстати. Приехал. Кстати, да, его видно в чате. Да он, наверное, я не знаю, он вроде бы отлетал не за стрим-снайп. Я не помню за что. А, я вспомнил за что. За АУСИ. Типа, Максим сказал, блять, позакрывал пиздаки. Он такой, батя, не убивай, Максима нахуй убил. Что-то такое было. Да-да-да, я вспомнил. Я резал мартышек в морозилке. Если я в чем-то виновен, скажите рад, то все схожу, блять. Хочется написать, ты в чате на Твиче сидишь, чел. Тебя видно, блять. Вас заметили, как в Скайриме. Ладно. Это просто шутки. Пошлите к Эллен, тут размусоливание. Там АВД пришел, сейчас там долго будут мусолить. А тут... Бля, вот даже, знаете, типа, вот касаемо стрим-снайпинга. Вот
Как легко стрим-снайпить без палева? Хотите гайд от меня? Вот как надо стрим-снайпить, чтобы тебя никогда нахуй не вычислили? Никогда, вот вообще никогда. Вообще никогда. Вообще, блядь, никогда. Вообще, вот просто никто никогда не узнает, что ты стрим-снайпер. Что ты стрим-снайпил, просто очевидный мув. Не надо гайдов, блядь. Выйти с Твича. Нет, нет, пацаны. Просто берете слева браузер в Твич, заходите, сидите без учетки, ебать. И вас никогда в жизни нахуй не вычислят. Никогда, блядь. И что вы... Ну, там, типа, знаете, там только очевидно, если ты там очевидно где-то спалился, то да-да. А так нет. Да-да, выйти с учетки, да-да. Спасибо за гайд, блядь. Если я стану Боргом, ужас невозможно. Давай поглотим его. Уборщик, блядь, ты где? А где СМО? Оп-оп такая по сторонам, типа чик-чик-чик, почекала. Поняла. Вот так люди, когда круто играют, когда они там крутятся, там типа смотрят там, в разные стороны. Это ж прикольно. Это прикольный визуал. Так. Дота. Я еще со стримом. Но подойду скоро. Как раунд кончится. Пацаны, Арсюха в Доту зовет. А там сколько? Да хуй знает пока. Начинайте без меня. Да пусть играет пока, я потом просто иду. У меня ж режим, все. Нифига, это костюм. Инженера четвертый раз прошу, подойдите к Хопской. Она мне как пижама. Он не рассказал, Леха использует астрологи, гибель, недели стрим-снайпер, количество стрим-снайпер увеличилось двое. Да я ж порофлил. Понимаете, в сторону стрим-снайпера столько много негатива, что они рано или поздно просто, ну, перестанут это делать. Хорошо, когда есть Shadow Play. Машнет на стрим-снайпер, грузишь запись геймплея и звука на YouTube. Вот это да. Я бы так всем рекомендовал. Наконец-то, ебать. Оп. Здорово. А какими судьбами, блять? Ёбаный в рот. Ебать, они там встретились в техах, это пиздец. Дай крови. Тут же чел гуляет, блять. Масло мне надо. Высосу. Он уже был у меня. Там Артур Азимов в техах гуляет. Ты его видела, блядь. Это вампир, а, понял. Понял. Ну давай, где кровяшка, блядь? Ну, есть. Я возвысилась. Идут, кажется. А следов-то нету. Опа, СБшники, блядь, топают. Топают, один с сигой, блядь. Приятного аппетита. Спасибо большое. У меня большой животик, который хочет много кушать.
Мне стрим снайп 100%. Так я уже гигайд дал. Теперь начинается веселуха-движуха. А что такое? Ой, перчаточки нашел, блять. А какой код? А вроде бы код... Секундочку, нахуй. Красный, красный. Она уже здесь. ГСБ, может, проверю на Генокрада? Это я про проверю, это я про пауков. Уже занимаюсь этим. А вы на каком ММР играете? Мы играем паблики. Я недавно откалибровался на 3К, блять. Но я рекалибровку нажал, потому что я калибровался на нормал скилле. А потом начал с чуваками, у которых там по 6, по 5К играть. И на варихае теперь хочу откалиброваться и просто сравнить. Есть паблики в Ability или нет? Мы рандом играем, только там выигрывать получается. Валпики задроты ебаные сидят, типа тинкеры, блять. Невозможно с ними играть. Ладно, пацаны, давайте не про доту. Так, разгерметизация карга устранена. Почему, будучи инженером Антагом, никто не делает стены в техах? Либо фейков, или просто менять положение проходов? Или как-то... Почему нельзя? Можно, ты просто тебя спалят, наверное. Отличная работа. Ты вознеслась? Наконец-то. Да. Нужно еще крови. Мне нужна от тебя услуга. За просто так я ничем не стану помогать. Я тебе труп дала. Я его съел, но там было СБ рядом. Мне нужен джетпак Кэпа. А мне нужна его душа. Давай поможем друг другу, блин. Давай поможем друг другу. Так, а в чем проблема тпшнуться в этот, прям Кэпу наглую, блять. Без карты, без лица. Я вряд ли смогу его убить. Нужно просто уронить. Я сам. Я Кэп попробую зарядить. Ну вот, я бы так же сделал. Типа, я бы анонимно просто оделся и Кэпу нахуй на этом. Хорошо. Не забывай про кровь. Что, блять? Что мне она нужна? Кровище. Здорово, малой. Я посмотрю, что там. Она медицину берет. Ага, там, блядь, Кэп прям сидит. Сплющил дом. Вообще. Плохие люди, ботаники, руки, макаки. Вы откуда? Ладно, они хотят уединиться. Так, стой. Кэп и БЧ сидят в кабинете. Муня, да. Что за ЧРТ? Что за взрыв пингами в чате? Что меня браузер взрывается? Я не быкую, но что случилось? Я сижу на стриме без звука, да. Фармлю баллы. Ну, так как я и что говорил. Что случилось на стриме? Да там просто, типа, я начали в стримснайпе обвинять, что ты, типа, ну, подозреваешь, что там вампиры или что-то еще. Так забей, ничего такого. Я просто спросил, кто играет на ишке. Вот и все. Ничего такого, спасибо за 15. Забей. По идее, там же джетпак. Да. Нет. Он должен быть в другом месте. Я посмотрю. Я знаю, где джетпак, но я не знаю, как мне, типа, в лице демона объяснить. Вот джетпак, типа, за его креслом, за его рабочим местом.
Бля, ебать там, сука, вот этот... Это, бля, бир-коммунист играет. Он вечно закуривает все нахуй. Тут все в бычках, блядь. Там весь мостик, блядь, как пепельница ебаная. Ой, ебаный рот. Так, он возле его компьютеров. Или как это называется? Или как это у людей? В кабинете. Рассказывайте. А, блядь, тут чел лежит. В общем, я сидел в баре. Этого тоже. Этого тоже забираем. Тебе нужна кровь. Мне душа. Уборщика на кухне, уборщик на кухне. Так вон, я убил уже уборщика, ребята, блядь. Уборщик сдох давным-давно. Уборщик давным-давно сдох. Отряды статус. По техам гоняют СБшники. А два чисто пил на камерах, а один чисто. Засильный скачок обратного давления в системе вытяжных труб. Возможно, выброс содержимого. И крики, какой ужас. Скажи про СБ. Она слышит, я думаю. СБ, СБ справа. Тихо. Уборщик на кухню. А какая, кстати, у сервиса рация? Там СБ с терминала, то что они видят очень неплохо. Я вижу. Это вы? А, она тоже видит, она вознеслась. Она тоже видит их. Она их видит, у нее типа тоже термалы. РД говорит, что читал переписки и много случаев потери крови. Я практикую гипнотерапию. Самое страшное, что видел на датчиках, как он умер, а затем просто испарился. Кто нападение на повара видел? На повара? А у сервиса ключ. Исчез. И... А с чего это вдруг РД читал переписки? Ну, блядь, нехуй делать, взял, прочитал. Бля, мужики, перестаньте параноить, ёбаный в рот, блядь. По любому поводу, бля, может доебаться. СБ на меня средь бела дня в коридоре напал ботаник Акакий. Дора, ученый свидетель. СБ, свяжись с РД, у него для вас разговор. СБ что-то... подозревают. Кровь? Много крови, блядь. Насчет вас, жалких вампиров. РД переписки вскрыл. Что это за хуйня, блядь? Я веду вас в транс. Быстрее вводи. А, трубы прорвало. Точно, точно, точно. Кровь выбросилась. Говно, что ли, это или что? Glowing Go. Ладно, давайте. Уже устала. Не могу подтвердить, не знаю, что я видел, как повар уносил картонку демона, которую он принял за настоящего в тихе.
А также слышал крики, выходящего из тех у холодильника раненого повара. Это был момент исчезновения уборщика. Так, давай быстрее, ебать, подружка, блядь. Сейчас трахнем его. И убьем его, и сожрем. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сожрем его. Никого нет? Давай. Офицер Кругис, по экзамену по повару можно ваши получить. И может подтвердить причастность к похищению поваром кого-либо напрямую. И вот сейчас зря будет, если бы видели, кто тут лежит, если, конечно, обратили внимание. Так, блядь, труп исчезнет. Трупа просто не будет. Просто не будет. Что-то со мной не так? Блядь, этот приперся еще. Ударь потроха. Потроха положи, и я его съем. А, похуй, уже не надо. Уноси. Уноси, нормально. Все хорошо. Он упал. Бля, техи, закройтесь. Хорошо. Все четко, соси его. Скажи, когда все. Да мне это уже не нужно. Просто для формы пью. Ну ладно. Положите арест, Джон Генри Работягович. Там воруют кого-то в баре. А где потрох, блядь? Бля, я не знаю тебя. Подождите, а высшему вампиру разве не стоит больше пить кровь? Вик? Вы как? Я посмотрю на в каюте капитана что-то. Блядь, они просто сидят с щитом. Сидят с щитом и пиздят. Она их может двоих станом положить, типа, а я уже там делал бы свою работу. Но нужна кровь. А что в целом дает тебе поедание трупов? Просто зрею, понятно, скидки всякие, а тут что, я не пойму. Здесь должна быть цель, типа, на объектив, то есть сожрать души. Вот, мне нужно собирать какое-то количество душ. Но у меня не прокнуло задание, поэтому я, грубо говоря, просто выполняю роль демона, блядь, жру души. Можно уборщика в бар. Капитан и Баще также сидят и пиздят. Она уже возвысилась, ей не надо. А скоро конец смены. И вот джетпак вместе с ним. Он у него в кабинете. В такой капсуле. Ох. А капсула открыта? Не могу знать.
Конечно, закрыто, блять. Как он? Она там открывается, она через карту вроде бы. Жаль. Жаль, жаль. А он с щитом. Там шкафчик для ригов. Там джет лежит. А шкаф тот же, карта же. А в чем проблема забрать так? Забрать карту. Я сожру капитана. А запасная карта лежит? Нет. Сейчас посмотрю. Конечно, нет. Она у нее в сумке. Ну просто залететь, дать сюда двоим стан. Кровь надо еще, блядь, полоснуть. Очень, блядь, быстро как-то, я не знаю. Что тут происходит? Подожди. Эта труба прорвало. Что прорвало, блядь? Трубу. Ну, на самом деле, так оно и есть, лол. Он так сильно пошутил. Давай его убьем. Давай его. А, тут уже все. Понял. Вызовите уборщика или так? Может, и смогу? Я. У вас все в порядке? В плане. Выглядите вымотанным. Я хочу пообедать. Но все не успеваю. Мой детектив тут. Он ждет. Когда я его порежу, могу вам принести попить. У меня кофе еще стоит, спасибо. Запрос в адрес борта, адрес Генри Работяговича. Когда новый набор ждать? Вот сколько у тебя дней был доступ, столько он кулдаун будет. И только потом, как кулдаун сойдет, тогда можно будет на сервер зайти. У Максима там все написано в закрепах в Дом Люксе. Старый бар. Но-но-но-но-но-но-но, блядь. Но-но-но-но-но-но-но-но. Но. Ну что, ребята, какой следующий, блядь, этот доиграть? Это придется ждать 2 месяца? Нет, ну так, Муныч, решим там. О, шанс, ебать. Где она? Ушли. О, Рик открыт, ушли. Ушли. Оп, занырнула. Оп, вынырнула. Рик открыт, Рик открыт. Он зеленый, блядь. Он зеленый. Да в смысле закрыт, блядь, открыт. Ой-ой-ой. СБшники топают. Так, они... Забей, забей, не торопись, не торопись. Все хорошо.
Все в норме. Забрала? Ныряй в техе. Наблюдаю Генри, блять. Она забрала джетпак, нет? Блять, с термалами чел стоит. Тебя с термалов спалили. Элен в каюте капитана. Ага. Внимание, психиатр капитанской. Ее спалили, короче. Она растворилась. Слишком долго. Чересчур долго. Обнаружил отпечатки Лили, Фарту Разимов, кровь Лютика. Она джетпак, она, наверное, он, наверное, мой джетпак, она спиздила. Спиздила джетпак. Запрос перехвата. Генри в доках шаттла шахтеров. Откормили уже, блядь, где она, ебаный рот? Ну ладно, я ей больше не помощник, по сути. Поэтому. Произошла. Все четко. Началось. Экшен пошел. А я писал в чат ей переодеться и снять карточку. Я не знаю, почему она этого не сделала. На самом деле маску бы взяла и все, типа там unknown. И там не написано, кто это. Да все, чилит до конца смены и ждет подов. По сути, да. Но, может, у нее еще килл на какой-то этот. Мой джетпак пропал. Он вампир. А как он это понял? Откройте, пожалуйста. Вообще не СБ, может, так может быть украден психиатром. Чи цели кушай. Ну уже пора, блядь, скрываться. Тут уже пиздец экшончик начался так-то. Арест на него. Подождите-ка. Аргония. Сняшка. Полиция прям открыта? Нет. Я буду искать очевидную цель, я не хочу скрываться. У меня все равно нет каких-то цифр для набора. Будет вариант, я убью. Не будет варианта, буду летать. СБ Лилив, задержите. Сообщение из Веджетпак может быть украден психиатр, понятно? Нет, Муксалио, так нельзя сделать. Демон кнопки не имеет на чем нажимать. Генри допрос на запрос Делилив. Макака. Он нахуяренный в говно. Гейт открытый. Гоняют борги. Они сейчас будут искать, блять. Искать, черт искать. Надо было снять карточки с типов, которых ты ел, а потом просто сменить внешность. Базар. Так тоже можно было. Я не знаю, почему она так не сделала. Хотя... Если бы я ее нашел сейчас, я бы мог ей как-то помочь. В том плане, что... Идеально все было вообще. Наш шеф-повар оказался вампиром, решил умереть от голодной смерти. Психолога нет на датчиках. Андрей Котовский плюс Лилив. Лилив хотят арестовать.
Найдите психолога и на связи. Тут везде горячий. Я бы попросил отойти. Давай, за месяц начнем. Пройдемте. Сейчас может выброс чего? Лилиф не видели? Ебать там срочник, ёб твою мать. Перед ним стоит Лилиф, он такой, Лилиф не видели? Ой, блин, ну ладно, наверное, недавно человек играет. Я, представьте, он сказал, нет, не видели, блядь. Он такой, ну ладно, я дальше пошел искать. Зачем нужна была Лилиф? Посмотрела стримы прошлое, забавно был момент, когда ты на обдух разослал делка ГСБ. Тебе на будущее, там камера по моему кабинету не видит. Был рофл, мы сидели в мусорке, ждали ГСБ, а капитан через стенку брик проводил личным составом. Понял. Понял. А ты играешь на прайме? Тоже? И вы тогда абдукторами или нет? Когда это было, блядь? Привет, у тебя сколько времени сейчас? У меня московское время. 3 часа дочь. ГСБ дать добро, ношение джемпера и антидроп. Южнее меда, СБ Борга пиздит. Опа, а у нас еще тут вампирчик. Хорош. Хорош. Его хуй, его никто не найдет. Это невозможно найти. Хорош, мега хорош. Мега хорош. Так, СБшники уже здесь, блядь. Толпой, толпой. Тревога, юнит СБ уничтожен. Ты уже показал, где голова. Да я, блядь, голову сам посношу потом, если там найдут как-то. Случайным образом. В жизни, блядь, не догадаются. Ну ты им показал, где, так что все. Сорян, ЗПМ, я остался один из администраций на сервере, меня... И меня победил кровать, если что-то нужно, лучше писать ДС. Ок. Денис Косячный. Ебать, стоят как-то... Василиса Некрасова, карлик. Где, где? Да нету нигде ничего. Где западнее? Там ломали Борга флешкой. Сюда. Термалами вижу. Тебя видят термалами. Тримом вижу. Да, расскажешь мне. Расскажешь, друг. Палка он меня бьет, блять. Демон резни. Миром Сай. А как мне ему помочь, блять? А я ничего ему не сделаю. Только могу. Ах, блять, меня его же мышки едят. Блядь, чел, ну я не хочу тебя убивать.
А как мне его отпустить? Я не могу его отпустить. Бля, меня сейчас мыши схавают. Бля, там СБшники. Я не могу его отпустить. Я не могу его отпустить. Только сожрать. Он уже умер, похуй. Ну так-то да. Люди орут, ебать. Опа. Сука. Сраная дверь. Не вресните, блядь. Кровь. Итак, проблем дофига. 5 минут. Ну это кто, блять? Аквилиум, Квио, додж какой-то. Ну там Азимов нормально шороху навел. А, вампир, вампир. Она тоже вампир. Понял, 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 блять, понял. Вампов не трогаю. Я тебя не трону. Жалкое существо. Да ну. Слово демона. Мы с тобой похожи. Да. Смотри. А нет, я слышу шепот. Починили, что ли? Смотри. Вон СБшник, ебать. Что смотреть? А, это не она. Мне нужна Ксения Милова. Так. Она там же, блять, не увидел, сори. Не, ее уже тут нету. А вот она. Угу. Цель выполнена, 780. Тревога. Всем персоналам управления. 780. Так, ухудшается неспособная ситуация. Запрос на шаттла. Я с тобой. Найдешь его? Кого? Главу персонала. Видел у РНД. Возможно, в отбытии. Мне надо украсть что-нибудь. Броню облатину сейчас. Он вооруженный. А броня это у кого? Я хуй знает. Нет, хопа тут нету. Хоп в отбытии вместе с Кэпом. Броня? Это что за броня? Это варденовская? Нет, нет. Поды чисто.
Не знаю, кого уже скушать. На связи. Я не вижу Нилькрасу. Опа. Слаймик, ебать. Ну, здорово. Синяя в оружейке броня. Сек. Пикну. Есть-то такая, я еще такое не вижу. Риот Суит. Офицером охранять экипаж в отбытии. Я тебе хоть немного надамажил крапивой? Нет. Офицером так, она исчезла. Эллен фон Шмидт в токсинах. Она исчезла с тестовой камеры токсинов. Опа. А, много СБшников. Ладно, я умер. Вот так тебе. Я ее почти убил, блядь. Эх, перерабастила. Эх. Блин, так просто, а что вы думали? Демона тяжело убить? Если он скрывается постоянно, то тогда да. Блядь, я ее почти захуярил. Она попала в ног, пизда бы ей была. Давай следить за Эллен. Давай. Поэтому мне нужен Гост, Орбит, Ганшпио. Не нашли. На пустом месте. Я пытался забрать Марию Келли. А там же термал, хотя у нее не должно видно термалами быть, она ж невидимка. И в состоянии сбоя. У Алькора была катка, где демон полстанцию убил. Но я же напал на СБшника с дробовиком, блядь, типа, ну что, демон ватный. Ты можешь на крысу играть, типа, ты можешь ударять, прятаться в крови, ударять, прятаться в крови и ждать урона, типа. Ну, я вышел один на один. Я бы мог съебаться, типа, в кровь, и все. И тут. Смотреть стрим на обсерве или не стрим снайпер же? Получается, нет. Хороший раунд был все равно, я считаю. Ты вышел один на пятерых, но меня вдвоем коцнули. Я бы, думаю, точно один на один я бы, наверное, справился. Не, хороший был раунд. Отличный. Отличный был раунд. Убери темноту. Окей. Мне облати на броне уже, где онка лежит такая синяя. Вижу. А еще есть кто? А вон она, наша крошечка, девочка маленькая. Лолечка. Еще будешь раунд? Да, наверное, уже нет, пацаны. Вы спать не хотите? Вы разве не хотите спать? Дерьмо. Блять. Уже сплю под стримок. Замерзший Шадл? Угу. Они не успели. А Эллен съебалась, интересно? Проверяем.
Блять, они все, они не успели. Хочу пиздец, 5 часов утра. 10 часов чел. На самом деле меня заебало, что я такая постоянно антагов на глав сажу. Он что, самоубился? Завалили гринтекст вампиры. Факт. Я им как мог помогал. Эвакуация начинает подтверждать страховка шла со станции и не обнаружил среди эвакуированных вампиров, и жизнь он остался на станции. И произойдет под кустом следующей смене, пластический мионный ЕРТ от вампира. И желает удачи экипажу на ЦК. Ваша смена завершена, подготовка вызова к ЕРТ для пластического вампира. Бля, СС-ка пиздатая игра. Вроде бы, знаете, бля, 2D-шная старая игруха, которая себя вообще представляет, хуй пойми что. Тут новый Зумерку, покажите СС-ку. Он такой, блядь, что это? Пук-пук. Я лучше посмотрю GTA RP, пук-пук. Там же есть янки с возищем, пук-пук. А тут что, блядь? Тут, понимаете, тут игра просто... Ну, как Максим сказал, пока еще лучше игры, чем СС-13 нету. В принципе, я с ним очень солидарен. Пиздец затягивает. Воображение во время игры, оно... да, да, типа, ты очень много представляешь, там, как-то... Бля, как тебе, кстати, дип-миссия от демона, который прикинулся космо-Иисусом? Итак, блять, у Эллен фон Шмидт почти был грин-текст, только она не съебалась с шаттла. Хороший раунд. Ксения Милова не смогла. Зизёушин не смог. Артур Атимов умер, но он там суеты навёл. Там прям добротные суеты он навёл. Владик. Тайхен тоже умер, но я ему пытался помочь, мы с ним захуярили. Нормально. Обнаружен вампир, информация подтверждена. Такую бы игру до 3D от первого лица был интересно, как по мне. Сгорел на работе. Доброй ночи, ребятки, кто спать уходим. Я сейчас тоже буду завершать, вас отпущу. Поэтому пойду с пацанами, наверное, в доту поиграю. Наверное, стрим в дискорде подрублю. Для тех, кому интересна дота.